И снова всем здравствуйте. Сейчас мы проходим мануальную терапию, переходим к вытяжению шеи. И прежде чем приступить к правке, желательно все декомпрессировать максимально. Да, мы уже делали массаж, уже размяли, растрясли человека. Значит, будем дергать за череп. Специальный прием за череп. Для этого нам нужно, чтобы человек держался на столе. Обычно, ну, вот у этих западных мальчиков, у них стол сюда стержень такие вставляются, которые держат таз человека. То есть вот от L5-S1, я многократно повторял, что все, что находится ниже кости, дергаем вниз, все, что выше, дергаем вверх. То есть постоянно декомпрессируем. Сдвиньте чуть сюда. Угу. Вот, если нету этих стержней, да, ну просто большой тяжелый человек, у него и так все прокрутит по собственной тяжести, да. А легкий человек, он просто улетит со стола. Тогда можно посадить на бедра кого-нибудь, ну там, жену, ассистента какого-нибудь, да, чтобы больше держал за бедра. Либо навалиться прямо вот так вот на бедра всем своим весом. Да, потому что, ну, либо вот так вот держал, да, тоже всем своим весом. Потому что здесь слабенько держаться, лучше конечно, за бедра. Либо мы придумываем сейчас еще один способ. Так, ну а пока показываю сам прием. Значит, первое, можно просто ладонями поставить в затылочную кость. Расслабляй, расслабляй голову. И вот так вот дернуть. Чуть-чуть почувствовал, да? Угу. Чем удобно ладонями? Тем, что мы с той стороны пальчиками, вот мы за затылочную кость захватили, да? И с той стороны пальчиками вот щупаем позвонок, какой нам нужен, допустим, 7-й. И прям его вот так вот держим пальчиком, выдерживая. Потом там 5-й, 6-й, может, 1-й грудной тоже так вот дернуть. То есть мы пальцами там захватываем. Так, ничего не должно ездить. Видите, упираемся в стол коленями. Сам не поднимаю голову. Вот захватили тут и на себя. Может даже с доворотом, с таким, если он там в бок ушел. Вот. Ну, это получается немножко легонечко. Тогда усиливаем. Берем тряпочку. Ну, она у меня уже бывалая во многих передрягах. Уже так надорванная. Чтобы не надорвалась, надо швом повернуть в ту сторону, к ногам. Шов к ногам. И кладем прямо на разорванную часть. Здесь смотрите, в чем, что у нас добавляется, какие отличия. Во-первых, кому-то будет вообще достаточно просто растянуть вот так вот. И уже там все прохрустит. Бывают такие, например, субтильные девушки, да, которым вот дергать нельзя. Мало ли там еще гемангиома у человека. Ну, какие-то проблемы в шее, да, грыжа в шее, да. То вот этого бывает достаточно. Покрутили, растянули и вот так раз. Раз, атлант поставили. Теперь тем, кому посильнее можно, берем, натягиваем, расслабили голову. Упор обязательно в стол, стол не должен ездить. И дергаем вертикально вдоль позвоночника. Вот, спрашиваем, докуда дошло. Я в области шеи пока все. Да. Ну, я пока легонечко сделал. Сползаю еще раз туда. Если у человека там, например, третий позвонок, да, третий, четвертый примерно, да, слишком сглаженный лордоз, то есть они выпирают сюда, обычно прощупать тяжело, только обычно 6-й, 7-й нащупываются. Вот, тогда мы дергаем с подкруткой, увеличивая лордоз. То есть вот прямо на 3-4 эту складочку ставим, вот так вот, да, шея висит. Затылок уже ниже, видите, затылок ниже стал. Захватили вот так вот за скулу. Хватаем, естественно, за верхнюю скулу. Нижняя челюсть нас не интересует. И вот с такой подкруткой. Почувствовал, да, разницу? Если хотим, чтобы дошло до грудного отдела, тогда дергаем вот другим немножко углом. Так. Опять за скулу, за верхнюю схватили, да? Дергаем. Вот вверх уже, видите, поворот затылка куда идет, на флексию расшатали, почувствовали, когда он расслабился, и вот живой, опускайте вниз.
Еще раз подставляем. Опускайся, опускайся. Вот, если наша цель дойти до поясницы, до поясницы, если не дошло, там может потянулось, тогда под поясницу подкладываем что-нибудь. Можно, конечно, подушку подложить вот сюда, вот так, под ноги, например, чтобы поясница расслабилась, да? Вот первый вариант. Тянули и... Нет, ладненько пока. Второй вариант. Садись на попу ровно. Вот эта высота, как раз видите, высота таза. Вот, чтобы он поясницы не сюда лег. И туда еще, извините. Давай, вот ложись. Вот, прямо под поясницу. Тянули и, в принципе, все то же самое. Сейчас дошло? Ну так. Или в шею в основном идет? Ну, все в шею в основном идет. Да, давай поднимись. Ну да, потому что не хватает, чтобы кто-то там его еще держал за ноги. Так, и тогда можно вот такую сделать штуку, как раз вот он сюда ложится, и вот этой самой высокой частью под поясницу доложить. Такой, ну, либо называется подушка Мейермана, либо просто вот такой вот мостик. Угу. Я просто несколько осторожен, еще не так сильно тебя дергаю, потому что много раз придется показывать. Угу. Чуть-чуть дошло, да? Угу. Еще вариант, если у вас действительно некому держать, да, можем, ну давай вытащим эту штуковину. Можно попросить подтянуться его туда, чтобы захватиться коленями за край стола. Угу. Ну давай, ладно, эту штуку еще раз положим. Так, ложись. Прям поясницу туда. То есть наша цель дотянуть до L5S1 и вот эти пояснично-подвздошные вот эти сочленения вот здесь выщелкнуть. Держись коленями. Угу. Так, ну да, вот колени держится, видите? Вот. Можно, конечно, и таким полотенчиком скрученным, но расстояние получается большое, поэтому используем вот петля Глисона. Ну, она такая самодельная на самом деле. Вот, выравниваем по центру, чтобы все было. Это, соответственно, технология точно такая же. Под затылок, пускай голову, глаза закрываем, за верхнюю скулу, да, смотрите, чтобы ухо не зацепилось. Так, симметрично. Вот, упор обязательно в стол и выдерживаем. А сейчас докуда было? Сейчас докуда было? Сейчас, ну... Видно, отдел, да? Ну, да. Так, ну, видишь, я пока осторожен чуть. Давай теперь вытащим. Все. Оттуда. Ага. И ложись нормально на стол, чуть повыше. Все, 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 хватит, 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 хватит. И еще один способ. Опускай ноги. Захватываем, уже тут надо поплотнее куда-нибудь найти полотенце, например. Вот такой вот скручиваем. И этим способом поплотнее. Угу, поднял. Опускай. Вот. И наша задача обе части, нижнюю и верхнюю, захватить кулаком, да, и не возле уха, иначе, если, не дай бог, сорвется, ухо повредите, порвется ухо, а захватить вот там, то есть здесь посвободнее натянут, видите, чтобы он дышал, а вот там вот мы у затылка, у затылочной костей опять же хватаем,
Здесь смотрите, что получается. Если мы до этого череп держали так, то подняв голову вот так, мы дойдем до через ременные мышцы примерно до 5-6 позвонка. Тоже упор в стол. Расслабили и дернули. Нормально? Угу. Вот там плотнее держите. С той стороны плотно на натяжках. Вот прям плотно. Вот. Я уже сбился, сколько там было у нас вариаций. Еще один вариант. Это толчок за верхнюю челюсть через открытый рот. Значит, берем небольшую салфеточку. Через рот? Да, там, ну, спрашиваем, вставных челюстей нету? Нет. Там нёбо, только за нёбо получается. Захват, вот такой пальчиком. Ну, давайте. Интересный способ. Ну, либо резиновые перчатки там оденете. Вот, за затылок берусь. То есть у нас она должна лежать прям буквально как бы на одной точечке вот такой, да? Угу. Когда вот это почувствовали, упор в стол, раскрывай рот. Нас только верхнее небо интересует, так что ничего страшного. Расслабился. Нет, напряженная шея, вот. Mm. Да, вот это было круто. Тоже есть, да? Угу. Вот, так что берите все приемы во внимание. Их еще много у меня, можно дергать и за ноги. В ту сторону можно дергать, когда человек лежит животом вниз, да, попой к солнцу. Подписывайтесь на наш канал Академия Альфа Топ и ждем вас на наших тренингах у Олега Гудвина.